Конкурс костюмов «Новогодний карнавал» объявлен в Чебоксарах к приезду главного Деда Мороза страны. Он прибудет из Великого Устюга в столицу Чувашии 14 декабря. К этому времени всем желающим предлагают подготовить карнавальные костюмы по номинациям «Новогодняя семья», «Самый маленький Дед Мороз», «Самая юная Снегурочка», «Мистер Снеговик» и «В гостях у сказки». Конкурсные работы будут оценивать 14 декабря в детском парке имени Николаева. Нужна предварительная регистрация.